У меня вот такая и красная такая. Я их делала на, знаешь, на концерт. Я любила, у меня вот такой платье. На голову чуть еще туда. Не-не, тело остается, голова чуть больше. Что это, ребята, кто там у нас такой сегодня? Вот, ребят, наша команда сегодня в сборе. Силия, Тим. Что сделаем? Снимаем, а кого? Ой, сегодня просто нереально. Давай. Валера, это все ты. Да ладно, вон он один стоит. Второй наш. А вот все тут. А вот Ракель, Басы. Вот. И королева. Команда молодости наша. Королева, ребята. Королева. И мы снова красивые. Кто даст, что им 16, ребят? Никто. Посмотрите на эти. На эти. Ой. Люкс. Просто люкс. Люкс. Да, и вот что такое было, хорошо взгляд вниз, и потом меня. Очень красиво. Прям прямые на меня взгляды, да? Супер. Чуть повыше подбородки, да? Да, угу. Да, да. Кайф. Очень. Да, вот отсюда, отсюда на меня, да. Можно вот здесь что-то руками, да? Да. Класс. Очень. Да, хорошо. вот на нее, хорошо, да. Супер. Да. Так же, делаем еще. Продолжаем, да. Да, может, просто даже после не будет черная. Можно поставить точку, немножко в ней остаться и продолжить. Ребят, вот так работают звезды, посмотрите. Каждый кадр, каждая секунда отрабатывается. Так, продолжаем. Оставим кадр у меня в камере, вверх все не смотрим. Как работают, ребят, стилисты. Вот создать так. Чуть-чуть повернуться. И голову к нему. Да. Ну, просто... Еще повернуться. Когда шел ноги шестой час съемки, называется, вот, все, вот теперь пошла полная дурка. Ребят, эксклюзив, потому что мировые оперные звезды. Большой не увидите, Маринки тоже не увидите. Ласкала нервно курит, Метрополитен вообще на карантине. Вот так-то, вот и вот. Эксклюзив, ребят, эксклюзив.